Яркие, задорные, народные танцы в исполнении лучших детских коллективов. 18 и 19 мая на главной сцене страны в Кремлевском дворце состоялся концерт русского ансамбля танца «Золотое яблочко» и его друзей «Дети Победы», «Дети России». В течение года мы ездили практически по всем городам России, большим миллионникам, и отбирали лучших, талантливые наши дети. Приехали сейчас сюда, в Кремль, 2 дня, разные концерты. То есть порядка 2000 человек детей за 2 дня выступят на главной нашей сцене России. Наш конкурс называется «Рождение звезды», и у нас постоянно он проходит по всей России. Любой ребенок может поучаствовать, выступить и попробовать себя. Анастасия Волочкова, Елена Шевченко, Северина, Сандра Топ. Гостями патриотического концерта стали артисты эстрады, театра и кино. Говорят, что первый выход на сцену запоминается на всю жизнь. Помнят ли артисты свой дебют? Вы знаете, я начинала свой творческий путь в 4 года. И вот с такими же творческими коллективами выступала на сцене. Я это ощущение помню до сих пор. Вот ты, когда ребенком выходишь на сцену, это полнейшее ощущение счастья. Неважно, соревнование это или просто концерт, но очень важно, чтобы ребенок заразился сценой, да, тогда он будет продолжать свой творческий путь, потому что если нет выступлений, неинтересно просто заниматься в зале. Ну, вообще, я первый раз пришла просто в театр Мариинский, когда мне было 5 лет. Мама привела меня в Мариинку в Санкт-Петербурге, и в тот момент, после увиденного балета «Щелкунчик», у меня в жизни появилась не просто мечта, а настоящая цель – стать балериной. Но когда я пришла в балетную академию, оказалось, что у меня нету физических данных, и все их нужно было развивать, и растяжку, и выворотность, и гибкость, ну, в общем, все, что необходимо для балета. И, как ни странно, знаете, я вообще родилась на улице Чайковского, и первый балет, в котором я исполнила роль, это тоже был «Щелкунчик», мне было, по-моему, тогда 12 лет. В программе концерта приняли участие лучшие детские коллективы страны, победители ежегодных всероссийских конкурсов. Для маленьких артистов участие в таком масштабном мероприятии – большой шаг в их творческой деятельности. Я думаю, что они всю жизнь будут помнить об этом, и это колоссальный опыт для них. Поэтому я думаю, что этот праздник останется навсегда не только в сердцах их родителей, но также и в их сердцах. И я надеюсь, что это дело, которое они начали, они продолжат, потому что нам всегда нужны таланты. Песня о родине, о любви и подвигах, о многогранной жизни нашей страны. Выступление каждого юного артиста – рассказ о счастливой творческой жизни. Уверены, что сцена Кремля еще не раз даст возможность показать себя юным талантливым артистам.